Жизненные трудности так или иначе похожи на пирамиду. У каждого возраста она своя. Будучи совсем маленьким, ты только начинаешь осваивать порядок вещей. И здесь не обойтись без родителей. Ты понимаешь, что вслед за более значимыми вопросами уже совсем несложно решать простые задачи, и как важно завершать начатое до конца. Далее наступает период общения со сверстниками. Поддерживая друг друга, шаг за шагом, пока еще в игре, преодолеваются все новые и новые препятствия. Иногда, заходя слишком далеко, одним неловким движением разрушается созданное. И тут приходит осознание, что всегда можно исправить ошибку и вместе начать все сначала. В подростковом возрасте словно почва уходит из-под ног, тебе приходится смотреть на, казалось бы, знакомые вещи совсем с другой стороны. И тут на помощь приходят опытные наставники-учителя, которые всегда подскажут, что в жизни должно быть на переднем плане, а что достаточно отметить пунктирной линией. Став совсем взрослым, ты уже без труда можешь разбить большую пирамиду своих проблем на более мелкие, но и здесь с ними гораздо легче справиться вместе с близким тебе человеком. Постоянная взаимоподдержка, вовремя сказанный совет, удар, и вот уже решена очередная жизненная задача. С пирамидой проблем трудно справиться в одиночку. Помни, ты не один.